что-то здесь про милиционеров. Наталья Киселева, в прошлом библиотекарь, с восхищением рассматривает стенды с книгами. Говорит, удивлена, как в помещении светло и просторно. А главное, что оно оснащено по последнему слову техники. Прекрасные книги, прекрасные работники, очень вежливые. Самое интересное и самое положительное, и самое то, что меня трогало, это то, что здесь обслуживают детей-инвалидов. И действительно, здесь немало книг и для тех, кто плохо видит и слышит. А ведь еще полтора года назад эта небольшая читальня под номером 13 располагалась в жилом доме, имела небольшой книжный фонд и двух сотрудников, составлявших ее главную ценность. Теперь же это первая на Камчатке модельная библиотека нового поколения. Прежде чем ее торжественно открыли, была проделана большая работа. Ремонт помещений, обновление книжного фонда, приобретение новой мебели, техническое оснащение и многое другое. На все это потрачено больше 5,5 миллионов рублей из федерального и муниципального бюджетов. На этапе подготовки к этому мероприятию, на этапе реализации мероприятия, ведь это в рамках национального проекта до 2024 года, как минимум до 2024 года, многие задавали вопросы, а что такое модельная библиотека? И очень-очень мы рады, что с сегодняшнего дня каждый житель, я надеюсь, не только города, но и всего Камчатского края, может сам лично, придя сюда, в библиотеку, ответить себе на этот вопрос. Сотрудники библиотеки сделали ее, как они сами говорят, максимально комфортной для посетителей. Теперь перед жителями края открыты широкие возможности в получении необходимой информации. Участие в проекте позволило нам в том числе приобрести такую технику, которая дала нам возможность взаимодействовать с нашим читателем онлайн. Только за последние несколько месяцев было создано более 10 различных передач для размещения на наших каналах YouTube, на наших социальных сетях, на сайте. Людям очень интересно. Это такой приток нам дало новых пользователей. Я уверена, что эти люди, которые подключились к нам на каналы, придут к нам обязательно и сами в тот момент, когда мы сможем с ними встречаться лично. И мы их очень ждем. Модельная библиотека нового поколения – это первая ласточка в Камчатском крае. В планах открытия в регионе еще нескольких таких учреждений. Ирина Кондрашова, Алексей Кузьмин, информационное агентство «Камчатка».